Чувашавтотрансу осталось продать более 150 автобусов. Арбитражный управляющий в очередной раз выставил на аукцион машины, которые находятся на балансе предприятия банкрота. В списке около 160 единиц общественного транспорта. За счет продажи части имущества предприятию удалось полностью закрыть долги по зарплате сотрудникам. Это стало возможным благодаря ходатайствам представителей республики перед арбитражным судом о приоритетном погашении требований по заработной плате. Так, административное здание по улице Гагарина в центре столицы купили сразу три организации. Ипотечная корпорация Чувашской республики, Чувашгаз и Фонд содействия развитию венчурных инвестиций. Около 43 миллионов рублей ушли на счет предприятия, что позволило погасить задолженность по заработной плате. Две автостанции в черте города купили индивидуальные предприниматели за 72 миллиона рублей. За счет этих средств компания рассчиталась с требованиями Федеральной налоговой службы. Часть суммы ушла в резервный фонд республики, взятый в свое время на погашение части зарплатного долга. Новые владельцы уже обратились в Минюст Чувашии с заявкой о выкупе земельных участков из республиканской собственности.